Здравствуйте. Предыдущие два года я каждый год показывал ролик. И опять я его хочу отснять для тех, кто сейчас просматривает, кто раньше не видел этот ролик, а для других как напоминание. Опять зима настала, гололед. Особенно это опасно для пожилых людей, которые при падении ломают ноги, руки, ключицы, все что угодно. Хрупкость костей у многих возрастная. Поэтому я еще очередной раз снимаю ролик и буду каждый год снимать как напоминание. Вот. Сейчас, к счастью, уже в продаже продается шипованная обувь. Наконец-то додумались. Ну, а я приступаю к шипованию с обуви своей. Так как у меня сейчас протезы два колена, вставные, и для меня падение может трагически закончиться. На этом приступаю я. Так, берем дрель, засверливаем. Берем клепку, клепочный пистолет. И два движения. Раз, два. Если больше, то шарик, который там образуется, может наружу выдернуть. А сейчас он как бы надежно зафиксирован в подошве. Я всю зиму хожу. К весне уже шипы как бы стираются, потому что уже по весне уже нет гололеда, и по асфальту она довольно активно стирается. Поэтому каждый год надо повторять. Раз, два. Клепок у меня ограничены, поэтому я пока поставлю, сколько у меня есть. Вот. Остальные потом могу добавить, но вам будет все равно понятен принцип шиповки в домашних условиях. Выдернуть их невозможно, когда они будут обрезаны. Это уже, как говорится, рычаг, или будем говорить, плечо небольшое, поэтому выдернуться они не смогут. Потом, в следующий раз, их пассатижами подхватываешь, то, что остается, они выдергиваются, и на это место новые. Уже сверлить не надо будет. Очень полезно рыбакам. Пошел на рыбалку, одел такую обувь. По льду прекрасно. Бежать, ходить. Так, обрезаем. Делаем, как говорится, обрезание.
Раз. Так. Обрезайте немножко, чуть-чуть длиннее, чем нужно, потому что потом подточить. При перекусывании образуется очень острый край. Его надо будет притупить. Так, мы дальше включаем. Вот так все это выглядит. Очень прилично и надежно. На таких шипах вы не упадете, если только не споткнетесь. От спотыкания пока еще ничего не придумали. На этом до свидания. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии.